Вот такой комментарий мне оставили под роликом о том, что мужчине делать, если женщина опаздывает на свидание. Не знаю, кто это правило 15 минут придумал, но вот только ни поезд, ни самолет, никаких 15 минут женщину ждать не будет. А все потому, что людям, которые зарабатывают на том, что самолеты летают, а поезда ездят, до этой женщины нет вообще никакого дела. Для них она просто пустое место. И если женщина заплатила, но не пришла вовремя, то это только ее проблемы. И на мой взгляд, такое отношение к женщине совершенно правильное. А теперь ответьте сами себе на вопрос. Почему эта женщина лично для вас так много значит, что вы готовы ждать ее целых 15 минут? Неужели вы не понимаете, что когда вы ждете женщину, которая опаздывает, то тем самым вы сами себя обесцениваете? На самом деле позиция мужчины по отношению к женским опозданиям должна быть очень простая. И если ты не пришла вовремя, то все, твой поезд ушел. Ты сама проебала свое счастье. А если ты не считаешь, что отношения со мной для тебя счастье, то тогда ты мне тем более не нужна. Иди ищи лоха, которому ты сможешь впарить свою мандатру. А если ты хочешь отношаться со мной, то тогда ты должна выполнять мои требования. Одно из моих требований заключается в том, что если я тебя жду в это время, то значит в это время ты должна прийти, и никак иначе.